Доброе утро. Сегодня наша тема будет посвящена, опять же, женской половине, точнее, ее нижней половине, ягодичкам. Но немножечко в таком ракурсе по опыту сталкивались часто с клиентами. Элементарно люди не умеют ходить по ступенькам, как бы это странно ни звучало. Сейчас мы будем совмещать приятное с полезным. Мы будем работать над ягодичками и параллельно учиться ходить по ступенькам. Я думаю, ступеньки есть дома у всех. И можно, поднимаясь домой, параллельно прокачивать ягодички. Ставим ногу на возвышенность. И поднимаемся. Ступеньки у нас ведут вверх. Но почему-то люди все время, когда идут по ступенькам, стараются направлять туловище вперед. Тем самым сносится нагрузка на колено, чем вызываются боли и в дальнейшем проблемы. При этом ягодичная мышца не работает. Ступеньки ведут вверх, поэтому мы поднимаемся вверх, подавая таз вперед. Итак, начинаем. Грудь вверх. Таз вперед, таз назад, таз вперед, таз назад, вперед, назад. Если это ступеньки, то получается на ногу поставили, таз вперед. Следующая ступенька, таз вперед. Итак, продвигаемся по ступенькам, параллельно приводя в порядок ягодички. Сейчас я покажу вам упражнение, также достаточно эффективное для ягодиц, но параллельно я буду учить вас поднимать тяжелые предметы. Надеюсь, вам это не пригодится, но вдруг, чтобы не сорвать спину и себе не навредить. Для того, чтобы приподнять что-то более тяжелое, нужно выставить достаточно широко ноги, чтобы вам было удобно, зафиксировать спину. Спина – это самое ценное, что у нас есть, поэтому мы ее должны беречь. Округлять спину ни в коем случае, ни в каких положениях нельзя. Мы фиксируем спину жестко. Теперь мы начинаем оттягивать ягодички назад, не округляя спину. И приподнимаем то, что нам нужно, только ногами, при этом удерживая спину в прямом положении. Дома для прокачки ягодиц можно использовать, например, баклажку с водой или что у вас есть более-менее такое, увесистое. Итак, начинаем. Коленки в стороны, таз назад, таз вперед, таз назад, таз вперед. И еще одно упражнение для подтяжки ягодиц. Позиция примерно та же. Ноги немножечко ставим уже, но поднимаем груз, как всегда, спина жестко зафиксирована, таз уводим назад с прогнутой спиной. Взялись за вес и выталкиваем ягодички вперед, грудь вверх. Вверх. Таз назад, таз вперед. Назад, вперед. Вес должен быть подконтрольный, без фанатизма. Не злоупотребляйте. Сейчас я вам покажу еще одно упражнение для ягодичек, которое достаточно простое выполнение в домашних условиях. Подручным средством может служить стульчик, диван, любая возвышенность, которая для вас удобна. Ложимся на спину, ноги ставим на возвышенность. Руки жестко прижаты к полу. И поднимаем таз усилием, напрягаем ягодички. Вверх, вниз, вверх. Вниз. Вдох в нижней точке, выдох вверху. Вдох, выдох. Вдох, выдох. На сегодня все. Будьте здоровы и красивы. До новых встреч!